всем, кто пришел сегодня в этот замечательный зал. И мы начинаем других двух рекордов по поднятию тяжести и стандартных упражнений имени Владислава Францевича Краевского. И прежде чем мы начнем, я хочу представить всех действующих лиц, которые будут принимать участие в этих соревнованиях. И начну с судейской коллегии. Встречайте, пожалуйста, аплодисментами. Глава судейской коллегии, Ребец Михаил, главный судья турнира, официальный регистратор и рекордный турнир. Михаил Владимирович, все прочее, да, я уже понял, будет регистрировать свой рекорд, если таковые будут, в том числе и игровые рекорды. Также судья турнира сегодняшнего, Алтаров Сергей, встречайте, пожалуйста. Секретарь турнира, Булановский. И наши ассистенты, Ейбок Александр, Настя Смотова, Павел Ильич, здесь он. Будет, значит, Головко Родион и Мурзак Розмыздель. И участники, друзья. Еще больше аплодисментов, прошу вас. Первый участник, Крюшев Александр, мастер спорта международного класса Павел Рифтинг, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, наградный чемпион России и призер Суперкубка Титанов. Крюшев Александр, проходите, пожалуйста. Штангер по-моему,
тяжелое отвлечение. Есть зрелищный набор упражнений из позабытого арсенала Юрия Самочинского. Есть турнир в памяти отца русской Америки Владислава Краевского по поводу рекордов по технике. Я как организатор, я не подражаю не имею, а председатель судейской коллегии. Стандартные движения, что это собственно за движение, мы
Друзья, мало того, я вам скажу, сейчас я его выбрал, он сам выполнил, с какими известными. Так что вы просто не могли понять, что вы себе представляете, более четко. И я предлагаю каждому из вас свое желание выйти на этот мост и попробовать. Не нужно понимать, что это золотые гири, да? Мы можем понять цветные наличия. Я первый, можно? Приветствую, мои сотрудники.
Все, пожалуйста, поддерживайте этот день. Меня слышно, уважаемый ответ?
16 килограмм вес, как понимает Борис. Хотел бы сесть.